Условия для развития бизнеса в Химках лучшие в Подмосковье. В рейтинге Министерства инвестиций и инноваций Московской области по итогам 2018 года городской округ занял первое место. Анализ проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева уже больше 3 лет. Оценивают 62 муниципалитета по нескольким критериям. Концентрация бизнеса, развитие стартапов, объем муниципальной поддержки. В 2018 году в Химках открыли больше 4500 новых предприятий. Создали 6000 рабочих мест. Число тех, кто занимается своим делом, постоянно растет. Наибольший рост среди предприятий наблюдают в таких сферах деятельности, как оптовая и розничная торговля, бытовые услуги, услуги транспорта и связи. Сегодня администрация Химок реализует целый ряд программ, направленных на помощь и развитие бизнеса. Так, в городском округе разработали инновационный проект по созданию единого центра поддержки предпринимательства. Регулярно в округе проходят круглые столы по теме поддержки малого и среднего бизнеса.